Вы на канале 18 соток сегодня. Покажу вам сорт и расскажу о нем, который называется пурпурный тигр. Куст перца пурпурный тигр очень красивый. Это пестролистный сорт. Листва у него и зеленые, и белые полоски, и фиолетовые. Очень декоративно смотрится. Цветочки у него фиолетовые, поникшие. Плоды созревают от темно-темно-фиолетового, почти черного, до красного. Плоды можно собирать в недозрелом виде, они будут менее острые. И если уже полностью созрел плод, то, конечно, он будет поострее. Можно выращивать этот перец как в открытом грунте, так и на любом подоконнике, это станет красивым украшением. Срок созревания этого перца около 100 дней. Кустик высотой сантиметров 40. Плоды у этого сорта мелкие, пулевидной формы, слегка приплюснутые, ну, можно сказать, неправильной пулевидной формы. Длина плода около 2 сантиметров. По шкале Сковела острота этого перца составляет от 2,5 до 5000 единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта острого перца.